Наталья, доброго дня. Обращаюсь к вам, так как знаю, что только вы сможете нам помочь. Подкинули кота породного, видно домашний, но у него полностью обездвижена задняя лапа, и она гноится. Можете помочь коту и хоть что-то сделать? Помогите, пожалуйста, очень вас просим. Я говорю, она как палка. Я не пойму. Он когда пришел, сначала убежал. А вот я его позавчера и вчера кормила. Уже он как-то не боится. И он ее ворочит, и она у него вот сидит, когда... Ну, глаза, конечно, вообще. Глаза, да, огонь. Домашний кот. Домашний. Я даже не знаю, кот или кошка. Да он даже, мне кажется, кастрированный. У него пустые яички. А, не. Ты мой сладкий. Может, Владимир, ты всех не соберешь. Я грязная, я одного взяла. Все хорошо, а потом куда лететь? К нам искать. Сюда. Или искать? Или ну сюда, да, если будет ампутировать лапы. Только домой. Ампутировать, да. Мне так Рязань уже 4 забрала. Может, ему улыбнется удача. Может. Но глаза вообще, это просто необыкновенно. Я говорю, породь у нас рыжий, такой же морда-то. То ли убежал у кого. Я уж весь интернет пролазила. Может быть, кто-то ищет. Пойдем, Лен, ты мне будешь. Доброго времени суток всем. Добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных. Привет, творит добро, Наталья. У нас очередная беда, у нас очередной СОС, но... Хоть я и говорю, что, наверное, путь спасения мой прекращается. Нет, он не прекращается ни день, ни ночь. И пройти мимо я любой беды, обездоленных, выброшенных кем-то, не справившихся со своими питомцами, я мимо пройти не могу. У нас очередная беда, у нас очередная боль. Это кот Феликс. Попросили помощи. Конечно... Я незамедлительно поехала и понимала, что здесь совсем все очень сложно и плохо. Спасибо вам всем, кто откликнулся на мой крик о помощи, на питание. И вчера уже экстренно я Феликса отвезла в клинику, потому что ждать там уже нельзя, так как у кота уже сгнило поллапы. Ну, то есть там уже на переломе. Вы все видите на ролике, да, уже как бы начался, правда, процесс загноения лапки. Ну вот, кот Феликс породный. Это чистопородный британец, каких, к сожалению, сейчас в последнее время уже нету. Очень мало, то есть их. Вот, очень ласковый кот, кот кастрированный. Я понимала, что он домашний, он настолько ласковый, что мы всю дорогу мне приходилось одной рукой вести, рулить, а второй гладить его. То есть он постоянно просил меня, чтобы я его гладила. Наши такие добрые, дорогие волшебники. У кота у меня вчера приняли экстренно в клинике, так как у Николая Николаевича просто сейчас завал. Мы с ним даже не побеседовали. Вот. У человека было 8 операций. За день, вот, кота у меня приняли, спасибо девочкам клиники огромное-огромное, что ночь полночь они нас принимают и экстренно, и по-любому, то есть, прям вот, спасибо вам огромное, клиника Доктор Вет, ну вот, спасибо вам, мои добрые волшебники, что вы с нами, что в очередной раз вы показали, когда уже совсем тяжело, и в очередной раз я поняла, что вы со мной, что нас очень много. Что мы действительно такая большая, огромная, дружная семья. Спасибо вам за то добро, которое вы несете, но и как всегда в очередной раз я обращаюсь к вам. Соответственно, денежки, которые были, собирались на питание. Ну, вот, я оставила аванс 30 тысяч на Феликса, потому что сегодня позвонили мне с клиники, и у кота там сложнейшие переломы, плюс будут...
стабилизировать связки, что-то еще. В общем, пока точно я не знаю, это в двух словах, что мне сказали. И все это будет происходить только на следующей неделе, так как заказаны пластины, как всегда. Вот. Единственное, что Николай Николаевич уже успел заказать коту пластины. Вот. И я, конечно, как всегда, обращаюсь к вам. Кто сколько сможет? 10, 50, 100 рублей. Пожалуйста, очень прошу вас откликнуться теперь на очередную боль нашего, теперь уже нашего кота Феликса. Теперь он будет наш. И, конечно, после всего будем искать Феликсу добрые ручки, хороших, любящих хозяев. Мы уже так много с вами спасли. Уже так много животных обрели свои семьи. Благодаря вам, мои добрые волшебники. Только благодаря вам и вашей помощи эти особенные животные обрели семьи, стали полноценными животными в этой жизни. И, конечно же, благодаря удивительным рукам Николая Николаевича, который поставил не одно наше животное на все четыре лапки. Вот, я думаю, что и наш Феликс тоже благополучно будет, еще будет прыгать на своих четырех лапах. Моя такая большая дружная семья, мои большие такие добрые волшебники. Я очень прошу вас помочь нашему Феликсу. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.